пенополистирол, ППС-16F, Мострой-31. Как видите, надо проверить ровность. Опа, кривой лист. Пузо надо будет подрезать. Так, этот лист в сторону. Так, следующий лист пачки. Более-менее, да? Нет, хорош. Угу. Этот можно резать. Станочек для резки пенопласта. Как видите, упор заранее выставлен. То есть отмерять не нужно. Выключатель включили. И дальше он опускается и сам аккуратненько режет с нужной скоростью. Автоматика, ЧПУ. Также можно выставить. И станочек в автоматическом режиме режет пенополистирол. А тем временем следующий лист отправляется на резку. Ну что, Самвел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мир вашему дому. Счастливо, до свидания.